интервью белорусской журналистки, она тебя спросила, оказавшись перед Лукашенко, что ты ему скажешь? И ты ответил, ты отсюда уже не выйдешь. Что ты имел в виду? Я имел в виду, что я сделаю все возможное, чтобы удержать Лукашенко вот в этой комнате, где мы с ним встретились, и передать его или в руки правосудию, или в крайнем случае... Убить? Я не знаю, хотя бы как-то нейтрализовать. Потому что это враг белорусского народа. Номер один. Как ты думаешь, у тебя бы это получилось физически? Он-то очень крепкий дед. Очень крепкий, большой, но я бы сделал все, что было в моих силах, потому что от этого зависела бы судьба не только Беларуси, белорусского народа, но и меня лично. Я ведь тоже хочу приехать в Беларусь, там, бабушку увидеть, дедушку. Но убить ты был бы готов? Я не смогу убить человека. Вот ответ.